В аэропорту Индианы на взлетной полосе столкнулись два самолета. Легкомоторный лайнер развалился на две части и загорелся. Погибли два человека. Пятеро пассажиров бизнес-джета не пострадали. Полиция сейчас выясняет, как два судна оказались на одной траектории одновременно. Известно, что перед столкновением легкомоторный самолет только совершил посадку, а бизнес-джет готовился к вылету.